Итак, мы на месте. Всем быть начеку. Абдрачимару, призывай этих всезнаек. О, у Саски теперь весь возбужден. Это Тенсайга! Отлично. Бывший Хокаге деревни Скрытого Листа, скрытый в листве деревни. Я Саски Учиха. И есть кое-что, что я хотел бы спросить. Я прошел через некоторое дерьмо и планировал убить каждого в Конохе, скрытой в листве. Но понял, что должен выслушать все мнения, прежде чем устроить резню. Я здесь, смиренный и открыт к переменам. Меня мучает вопрос. Ты приказал моему брату Итачи вырезать весь мой клан. Так, каков твой ответ? Ясно. Так все же это правда. Я принял решение. Конча, Суигетсу, Джуга и Абдрачимару-сама. Мы выдвигаемся на битву. Вечер в хату, пацаны. О да, вам всем придется умереть. Радец, ты готов его контролировать? Конечно. Обито, Бичиха! Я могу видеть тебя настоящего безо всей этой злобы! И тебе должно быть известно, что ты никогда не победишь! Я же знаю, что ты хочешь создать... Что же будет тебе? Ты не злой, ты не злой, ты не злой! Сможет ли Нанда остановить Джупса и Оби-Тоби? Встанет ли Барбекьюски на сторону Альянса или расправится с ним? Узнайте в следующей серии «Нарда Дерьма Говночёрт Зет».